Жорес Алфёров, советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии, общественный и политический деятель, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, в своем интервью обозначил позицию относительно проблем научного мира, невостребованности научных результатов российской экономикой и обществом. Жорес Иванович говорил также о необходимости развития собственной отечественной элементной базы, Болонской системе образования и о том, почему умные люди выбирают КПРФ. Я думаю, что это единственная по-настоящему серьезная оппозиционная партия, раз. Во-вторых, несмотря на крушение и развал Советского Союза, идеи социалистического строительства, идеи социальной справедливости невозможно изъять из человеческого сознания. Возрождение страны прежде всего может быть связано с возрождением социализма, идей социализма, которые на самом деле отнюдь не отвергают, в том числе, я скажу, даже на этапе соревнований и развития частной собственности, но представляют преимущественное право общественным формам собственности для развития крупной промышленности в целом.